با هنرمندانی که در راه پایداری و غنیگردانی هنر ملی تاجیکی تلاش ها میورزند و باید گفت که نمایشی که در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان پیروان کمالالدین بهزاد مینیاتور تاجیک برگزار گردید شکل نمونه بهترین پیشنهادات خود را داشت، زیرا در این نمایش هر نگاره سخن میگفت. جون بخشیدن به هر قهرمان درون تصویر رسام عالم کمالزاده، خصوصیت فرق کننده نمایش پیروان کمالالدین بهزاد مینیاتور تاجیک که با تلاش های سروناز حاجیه و کارگردان شرافت عرب و پیشنهاد دوستداران این صنعت بدیعی گردید، یکی از پدیده های جالب آمیزش صنعت رسامی با ادبیات بود. با طرح نو پیشنهاد نمودن محتوای یک اثر بدیعی، پدیده جالبی بود که رنگارنگی و پرغناوتی صنعت مینیاتور نگاری عالم کمالزاده را نشان داد. بسیار پیدا که در اون زمان می شود که مکتب نقشبند مینیاتور را واضح نام است. اثرهای در کتاب و چهارچوب آفریده شده های من باز رویا می شود و در آثار خانه با نفوذ تاجیکان نور می بارد و مردم گلچین در آن زمان حضور داشته تاریخ را زنده می گرد و باز هم اثرهای تازه ایجاد می بارد. با کمال مای موی قلم خود را با عالم کمال می سپارم. Сарвиноз Хаджиеву и Олима Камалзада я знаю уже несколько лет, то есть довольно давно, и ко мне обратилась Сарвиноз Хаджиева по поводу того, что Олим Камалзада собирается представить большую картину, самую большую свою работу на открытии выставки, это «Отцовская миниатюра». И она мне показала эту работу, я посмотрела на название картины, картина называлась «На шобе показывают портрет». Да? И она была из «Искандар Нума», «Низами Ганджеви». Мне стало интересно, потому что она собирала, у нее была такая идея, чтобы оживить эту миниатюру. Я думаю, то, что тот синтез, который сейчас происходит, он делает в картинах, это синтез миниатюрных традиций, и он вводит элементы, допустим, какие-то современные элементы, такие как велосипеды, там, мотоциклы или там, мобильники. Да, это миниатюры на другой уровень как раз-таки да, проводят. И я думаю, что это очень интересно, потому что это говорит о том, что миниатюра развивается, да, и очень интересно следить за этим процессом. Я не знаю, на что она будет похожа завтра. Она тоже изменится, да, как и изменяется вообще весь мир у нас сейчас. Но очень-очень хорошо, что у нас это, мы сохранили это искусство. وقتی که ما این نمایش رو آماده میکردیم، من بسیار خرسند هستم که پیشنهادی که من به شرافت جان سخن کردم، او تکلیف ما رو قبول کرد و یک صحنه‌چه گذاشت که یک اثر رو ما توانستیم برای به بینندگان برای صحنه گذاریم. یک صحنه‌چه خورده که اکتورانی تئاتری آهورون به ما یاردم کردند و میخواستم که
бинанда дар хар як асаре, ки дар инжо гузошта шудаст, дар ин осорхона 80, ми бинем 80 асарго, асаре хам устод ва хам шогирдонашо дар инжо хузур дорад. Ми хостам ки дар хар як асар ана хам хил сахна чаро бинанд. Чунки як асаро офаридан ин вақти зиёд ро талаб мекунад. Ин як рӯз ду рӯз нест, аз як моҳ зиёд аст. Баъзе корҳое ҳаст ки ним солаҳо кор карда меояд. Ва мехостам бинанд ки ҳамин асар чӣ мегӯяд ва чӣ мехоҳад расон ба шумо расонад. Яз ман ғазоб аз ханам овард, ҳамон бе ки сар сӯи раҳ овард, ва дар гори ман гори хоки буд, зи ҷӯшиданам тарсноки буд. Ман рахат мамлакат сохтам. Ва нусоеи давлатам сохтам. Намоишномае, ки имрӯз як санъати миниатураро, яъне дар назми Низомии Ганҷавӣ, аз Искандарномаи Низомии Ганҷавӣ, ки рӯи сана гузоштем, ман боварӣ комил дорам, ки барои пешрафти миниатураи тоҷик, барои рушди он, як каме ҳам бошад саҳми худро гузоштем. و در آینده آرزو دارم که مینیاتورای تاجیک برسای بالا رفته میرسد. نمایشی که در آثارخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید تحت عنوان پیروان کمال‌الدین بهزاد مینیاتورهای تاجیک تماماً شکل نوی پیشنهادات خود را دارد. در اینجا هر یک نفر هر دوستدار اصیل مینیاتورا میتواند طریق QR کد وارد رسم شده از نازک‌ترین و خردترین جزئیات یک تصویر از نزدیک آشنا گردد. در اینجا یعنی که همه این تصویرها به شکل 3D پیشنهاد هر بیننده گردانیده شده است. Учимся у Оли Мазамовича, Сернос Бабоев на миниатюре. Уже вот больше 9 лет занимаемся миниатюрой. Сейчас мы обучаемся в Москве на специальности дизайн. И в этот раз мы пришли с новой идеей для миниатюры создать дополненную реальность для картин Оли Мазамовича и остальных художников, чтобы люди могли контактировать с этими картинами. Это новые интерактивные технологии, они помогают создать с целью вводить новую информацию о каких-то объектах. Поэтому мы решили ввести эту новую технологию миниатюры, так как миниатюра — это само по себе очень плоский вид искусства, то есть там нет перспективы, там нет объема. И как бы 3D-пространство, дополненное пространство, оно может показать эту работу именно в объеме, в 3D-пространстве. И люди могут как-то контактировать с этими работами, и я думаю, что это будет очень интересно. Я думаю, что также это и большой прогресс для молодежи, так как сейчас все идет через социальные сети, через интернет. И таким образом мы можем ознакомить нашу современную молодежь с таким видом искусства, как миниатюра, с этим направлением.
чтобы они знали, что это будет больше привлекать народ. Да. Да.